Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталія Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Дом правосуддзя. Сёння ў Мазыры ўрачыста адкрылі будынак раённага суда. Камфортнае жыллё. Рэалізацыю адпаведнай дзяржпраграмы абмеркавалі ў Жлобінскім раёне. Залатыя галасы. Сёння ў Гомелі прайшоў рэгіянальны адбор конкурсаў славянскага базару. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Выкананне дамоўленасцяў у рамках саюзнай дзяржавы, ЕАЭС, АДКБ, а таксама імкненне беларускага боку максімальна спрыяць мірным працэсам у рэгіёне. Прэзідэнт Александр Лукашэнка сёння сустрэўся з прадстаўнікамі расійскай медыясупольнасці ў рамках прэс-тура журналістаў па Беларусі. Каля 100 прадстаўнікоў СМІ, экспертаў і блогераў з розных рэгіёнаў Расіі цесна знаёмяцца з нашай краінай. Пабывалі на шматлікіх прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемствах, сацыяльна-культурных і спартыўных аб'ектах. Падчас сустрэчы закрануты шырокі спектр пытанняў. І чакана большасць з іх тычылася беларуска-расійскіх адносінаў. Прэзідэнт падкрэсліў, што Расійская Федэрацыя – стратэгічны партнёр для Беларусі. Аднак нявырашаныя пытанні застаюцца. Да новага года яны яшчэ будуць разглядацца на вышэйшым узроўні. І раздуваць полымя са спрэчак паміж краінамі не варта. Увы, вопросы пока, к сожалению, остаются, и в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены. Учитывая большое количество журналистов из регионов, снова отмечу, что залогом успешного партнерства Беларуси и России является именно межрегиональное сотрудничество. Наверное, вы хорошо знаете, кто не первый раз в Беларуси. Я вообще в заслугу межрегиональному сотрудничеству губернатором Российской Федерации ставлю сохранение нашего союза. Не было бы их, не было бы сегодня и этого союза. Потому что в наших отношениях, по меньшей мере, наверное, дважды был такой период, когда мы стояли на грани разрыва. И это ушло на уровне центров. Федеральных властей и властей Беларуси. И тогда регионы спасли наш союз. Інтэграцыя – пытанне, якое за час сустрэчы гучала неаднаразова. Для Беларусі суверэнітэт – гэта святое, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Краіна застаецца паслядоўнай прыхільніцай інтэграцыі. І пазіцыі нашай дзяржавы нязменныя. Дасягнутыя дамоўленасці павінны выконвацца. Інтэграцыйныя пазіцыі Беларусі неізменны. Мы ініцыировали вместе с другими создание союзов, которые сегодня существуют на постсоветском пространстве. И готовы двигаться дальше, но при условии железобетонного исполнения наших договоренностей. Или на двоих, или в ЕвразЭС, на 5 членов Евразийского экономического сотрудничества. Как видите, мы ничего лишнего не требуем. Договорились, надо исполнять. Вот и все. Если нет исполнения, нет союза. Это абсолютно естественно справедливое ожидание от партнеров, которое, как предполагалось, изначально должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Когда мы говорим о равных условиях, это не значит все собрать в кучу и поровну поделить. Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Нам больше ничего не надо. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать. Всякие союзы, которые заключались на неравноправной основе, долго не существовали. И это не союз, если он не на равноправной основе. Это только после победы. Какая-то страна победила другую страну, вроде бы заключили союз, но под диктовку победителя. Мы не на это шли и не об этом договаривались. Это понимали и мы, и россияне, ну а потом уже в ЕвразЭС все страны, которые создавали этот союз. Поэтому мы и требуем равноправная основа для любого союза. Пытанні, зададзеныя беларускаму лідару журналістамі, тычыліся не толькі палітыкі, але і рэальнай эканомікі. Напрыклад, прадстаўнікі мас-медыя цікавіліся, як Беларусі атрымалася здзейсніць такі прарыў у IT-галіне. Многія былі здзіўленыя ўбачаным падчас наведвання парка высокіх тэхналогій.
Працягваем выпуск. Залы судовых пасяджэнняў, сродкі аўдыа і відэафіксацыі і сучасныя тэхналогіі, якія дазваляюць працаваць у адзінай ведамаснай сістэме. Сёння ў Мазыры ўрачыста адкрылі новы будынак раённага суда. На цырымоніі пабываў Алег Сенцероў. Новы будынак суда Мазырскага района першапачаткова планаваўся ўвесці ў эксплуатацыю ў лютым наступнага года, але дзякуючы зладжанай рабоце генпадрадчыка, заказчыка і праектнага інстытута рэканструкцыя завяршылася на 3 месяцы раней. У выніку атрымаўся своеасаблівы навагодні падарунак для мазыран, сапраўдны дом правасуддзя. Тым больш, што ранейшы будынак, акрамя таго, што быў нязручным як для супрацоўнікаў, так і наведвальнікаў, яшчэ і знаходзіўся ў перадаварыйным стане. Новы будынак больш прасторны, а колькасць залаў для судовых пасяджэнняў павялічылася ўдвая. Непасрэдна для Мазырскага района гэта мае вялікае значэнне. Мозырь – это крупный промышленный центр, здесь достаточно количество дел сложных. Это и дела коррупционной направленности, взяточничество, да, и хищение путем злоупотребления служебных положений. Бич нашего времени – это 327 часть 3, сбыт наркотиков. Тоже ситуация стабилизирована, однако достаточно количество таких дел сложных. Па тэхнічным аснашчэнні новы будынак суда Мазырскага района адпавядае ўсім сучасным патрабаванням. У ім усталяваны сродкі аўдыо- і відэафіксацыі, а таксама тэхналогіі, якія дазваляюць працаваць у адзінай ведамаснай сістэме. Рэканструкцыя абышлася амаль у 6 мільёнаў рублёў, прычым гэта не бюджэтныя сродкі. Праект рэалізавалі за кошт фінансавых укладанняў Верхоўнага суда. Раней у гэтым будынку знаходзіўся вучэбны камбінат, але ў апошнія гады ён быў выведзены з эксплуатацыі. Самая вялікая зала Мазырскага раённага суда. Тут будуць разглядацца крымінальныя справы абвінавачваемых, якія знаходзяцца пад вартай. Зала разлічана на 60 месцаў, яшчэ 10 месцаў прызначаны для абвінавачваемых. Яны будуць утрымлівацца ў спецыяльным ізалятары, які ў народзе называецца клеткай. Падчас агляду новага будынка старшыня Верхоўнага суда Валянцін Сукала кажа, што азнаёміўся з работай судовых сістэм 23 краін свету, а таму можа з упэўненасцю сцвярджаць, што створаныя ў Мазыры умовы сапраўды на еўрапейскім узроўні. І хоць на рэканструкцыю затрачаны значныя сродкі, зроблена гэта недарэмна. Урэшце суд – гэта гарант захавання правоў грамадзян і дзяржавы. Это же связано не только с тем, что комфортные условия для работников судов. Это, в первую очередь, комфортные условия, для удобные для тех, кто посещает эти здания, для людей. И когда люди заходят в такое помещение, вот в такие условия, они, конечно, совершенно по-другому относятся к суду, к праву, к справедливости, к государству и к тем функциям, которые выполняет правосудие. То есть мы такими зданиями формируем у людей уважение к закону, к праву. Это очень важно. И доверие к судебной власти, к судебной системе. Олег Сенцероў, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра. На уліку ў наркалагічных дыспансерах Беларусі па прычыне наркозалежнасці знаходзіцца каля 13 тысяч чалавек. Але сапраўдная лічба ў разы большая, лічаць спецыялісты. Аб рэалізацыі мерапрыемстваў дэкрэта нумар 6 аб неадкладных мерах па супрацьдзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў сёння ішла размова на пасяджэнні ў адміністрацыі Навабелецкага района з удзелам супрацоўнікаў пракуратуры. За некалькі гадоў колькасць злачынстваў у сферы незаконнага абароту наркотыкаў у Беларусі скарацілася. Пік адзначаўся ў 2015 годзе. Яны займалі 10-ю частку ад усіх судзімасцяў. За год было вынесена звыш 4 тысяч прысудаў. Праз год іх удзельная вага зменшылася да 8%. Летась было прыкладна 6,5. Сёлета ў Гомельскай вобласці адбылося 267 такіх злачынстваў. Гэта на 8% менш, чым за аналагічны леташні перыяд. Дарэчы, ніжняя мяжа тэрміну пакарання па адпаведным артыкуле можа быць снижена до 6 годов. Сейчас в первом чтении Палаты представителей прошел закон, и, возможно, этот закон в этом году уже пройдет второе чтение, будет обсуждено на втором чтении, в котором действительно поставлен вопрос о снижении нижних санкций по второй и третьей части 328. Это сбыт и квалифицированный сбыт. То есть на 2 года снижение нижних санкций. Ни в коем случае не верхних санкций. Проблема наркомании – это погроза для всего громадства. Тому врашать яе повинны не только правоохранные органы, але и все службы, якія проводят профилактичную работу. У першую чаргу с молодью. Менавіта подлеткаў просто утягнуть у выканание злачынных схем. Например, до распаўсюджвання наркотиков праз интернет-магазины. Молодые люди помылково лічат, что практично без рызыки будут зарабатывать великие гроши. Але апошнія падзеі ў гэтай сферы яшчэ раз нагадваюць, што гэта самы кароткі і лёгкі шлях зусім у іншым накірунку і вельмі просты спосаб назаўжды сапсаваць сваё жыццё.
Капитальный ремонт, работа единой диспетчерской службы 115, замена лифта у якость воды. Об реализации держпрограммы «Комфортное жилье» и шла размова в Жлобинском районе подчас выездного посяджения постоянной комиссии по будовництве, транспорте и жилево-коммунальной господарцы областного совета депутатов. Что в этом районе может стать прикладом для переймания, а где есть недопрацовки, доведалася Марина Джалая. Насельніцтва Жлобінскага района – звыш 100 тысяч чалавек. З іх у райцэнтры жыве больш як 80 тысяч. Пытанне ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі досыць. Улады імкнуцца вырашаць усё запланаванае. Напрыклад, да канца года ў горадзе заменіць 44 ліфты. Вялікія задачы па капітальным рамонце. Сёлета трэба правесці яго на 26 тысячах квадратных метрах жыллёвага фонду. Амаль усё зроблена. Зараз кіраўніцтва района ставіць перад сабой новыя задачы. Хацелася б, чтобы внедрение новых технологий именно по водоснабжению. Хотелось бы улучшить инфраструктуру именно по дорожному хозяйству, по нашему. Есть вопросы, но мы стараемся их решать и идем целенаправленно к поставленной задаче. Одно з галоўных пытанняў, якое абмеркавалі падчас пасяджэння – якасць вады. На Гомельшчыне праблема такая ж, як па ўсёй Беларусі. Утрыманне жалеза часта перавышае максімальныя паказчыкі. Нарматыў 0,3 міліграма на літр, але дапускаецца і да міліграма. Такая вада бяспечная, але мае непрыгожы выгляд і спецыфічны пах. Каб забяспечыць людзей чыстай вадой, жлобінскае прадпрыемства «Уніком» працуе па трох накірунках. Первое направление – это подключение ближайших сельских населенных пунктов к городским водопроводным сетям. Значит, в настоящий момент подключено 6 населенных пунктов. Второе направление – это строительство станций обезжелезывания. В этом году построено 4 станции обезжелезывания. И третье направление, которое мы будем дальше развивать, это будет рассматриваться вопрос либо бурения глубоководных скважин, либо подвод с питьевой водички по населенным пунктам, где имеется минимальное количество абонентов. Яшчэ одна локация, на якой побывали прадстаўнікі постоянной комиссии – адзіная диспетчерская служба 115. Яшчэ некалькі гадоў таму у Жлобінскім районе было 16 таких службаў. Потым колькасць скарацілі. У выніку засталася одна – комплексная. Для зручности укоранили додаток «Мобільны майстер». Яго установили на смартфоны рабочих по комплексным обслугованні будинков. Зараз яны одразу отримливают заявки, якія поступают на номер 115. Они отправляют через компьютер, и в мастеров есть телефоны сотовые, и они видят там эту заявку. Потом они, когда выполнят эту данную заявку, они уже расписывают в этом же приложении «Мобильный мастер», и диспетчер видит у себя на компьютере, что эта заявка снята. Служба 115 у Гомельской области станет больше технологичной и информативной. Жыхары смогут не только в устно поведомить оператору о проблеме, але и при необходимости достать фото, например, аварийного участка. Планируется уже внедрение других каких-то информационных технологий, которые позволяют в оперативном режиме там, гражданам сбрасывать и фотографии на те какие-то недостатки, которые имеются, для того, чтобы ну, не просто звонить, а еще и визуально можно было получать, ну, так скажем, подтверждение тех или других недостатков, которые имеются. Держпрограма «Комфортное жилье» в Гомельской области реализуется поспехово. Головные задачи – обеспечение населения социальными стандартами и належное оказание послуг ЖКГ. Это замена инженерных сеток и лифтов, ремонт жилфонда, обеспечение населения якостной питной водой. Например, все лето в регионе треба заменить 380 лифтов, а за 3 года – 1100. Капитальный ремонт в этом году треба провести на 360 тысячах квадратных метрах. Это 400 домов. У наступным ремонту чекают еще больше шмат поверховок. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. У суботу 15 снежня пройдут черговые прямые телефонные линии с представниками улады. У Гомельским облвыканками на звонки откаже старшиня областного совета депутатов Катерина Зинкевич. Номер телефона 33 12 37. У гарвыканками на сувязь выйде наместник старшини Виталий Таманчук. Номер 75 19 54. Час работы прямых линий с 9 до 12 годин. Сегодня у Гомелі прошел региональный отборочный тур дорослого и дитячего конкурса у Славянского базару. На сцену городского центра культуры вышло свыше 40 юных вокалистов и профессийных артистов из всей Гомельской области. Девушка, красуня, у дорогу злую, хлопцу молодому подавал.
суд журы выканаўцы прадставілі па дзве кампазіцыі. Адну песню беларускіх аўтараў народнай мове, другую замежную. Праслухванне праходзіла ў дружалюбнай атмасферы. Члены журы нярэдка асабіста размаўлялі з удзельнікамі адбору. Некаторых прасілі спець песню, якая больш забраную раскрывае вакальныя дадзеныя выканаўцы. Мне очень приятно сегодня сидеть в журы в родном городе и знаете, я хочу отметить, что уровень Гомельской области и нашего города очень высокий. Бывает, мы останавливаем не потому, что слабо конкурсант поет, а потому, что он сильно поет, и нам все понятно. Мы просто стараемся дать шанс для того, чтобы таланты из Гомельской области были представлены на конкурсе «Славянский базар». Па выніках рэгіянальнага адбору шанс на выступленне ў Віцебску атрымалі 5 юных і 5 дарослых выканаўцаў. Яны прымуць удзел у другім адборачным этапе, які пройдзе на пачатку 2019 года ў Мінску. А ўжо ў сакавіку стануць вядомыя імёны двух прадстаўнікоў Беларусі на конкурсах славянскага базару. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Плённага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Получение взятки. Суд железнодорожного района Гомеля огласил обвинение, предъявленное сотрудникам руководящих должностей Гомельского завода «Литья и Нормали». Заместителю директора предприятия по коммерческим вопросам и начальнику отдела внешней кооперации предъявлено обвинение по статье 430. Это получение взятки, принятое должностным лицом, приобретение выгод, предоставляемых в связи с должностным положением. Обвинение за дачу взятки предъявлено бывшему генеральному директору предприятия «Брянск-Сельма». Марки с сюрпризом. На таможенном контроле служебная собака унюхала у пассажира автобуса «Одесса-Минск» опасный психотроп. При досмотре в личных вещах гражданина Беларуси были обнаружены так называемые марки, пропитанные крайне опасным галлюциногеном. В результате проведения личного таможенного досмотра в отношении гражданина Республики Беларусь обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились марки с рисунком, предположительно содержащих психотропные вещества. Гомельская таможня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Один человек погиб, двое получили телесные повреждения. Дорожно-транспортное происшествие, зарегистрированное за прошедшие сутки в Лельческом, Жлобинском, Петриковском районах, не обошлись без трагедии. Водитель «Опеля» при выезде со второстепенной дороги не пропустил идущую по главной «Тойоту» и из-за собственных необдуманных действий попал в хирургическое отделение Лельческой райбольницы. ДТП произошло недалеко от деревни Глушковичи в районе пересечения с автодорогой Туров-Лельчицы-Словечно. Накануне поздно вечером на участке автодороги Бобовка-Городец в ДТП пострадала пешеход. Женщина находилась на проезжей части без световозвращающих элементов и угодила под колеса Мазды. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. В Петриковском районе на участке трассы М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин неустановленный водитель сбил пешехода, который двигался в попутном направлении. Неустановленный водитель, управляя грузовым автомобилем предположительной марки «Вольво» красного цвета, совершил наезд на 48-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части. Граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии в Петриковском районе, госавтоинспекция просит обращаться по телефону, указанному на экране, либо по номеру 102. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по мини-футболу в предстоящий уикенд будет сыгран 14-й тур. Лидер турнирной таблицы, гомельская команда ВРЗ, отдыхает. Однако за свои позиции вагоностроителям волноваться нужды нет. Преимущество перед ближайшим преследователем «Аршанским Витеном» – 4 очка. В 14-м туре светлогорский ЦКК наведается в гости к гомельским железнодорожникам. Обе команды в зоне плей-офф. БЧ на 4-м месте, светлогорская команда на 8-м. Так что поединок обещает быть интересным. Матч состоится завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 13:00. Областное дерби состоится завтра и в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге. Сражение «Рыси» и «Столиваров» пройдет в Жлобине. Начнется матч в 13:00.
В нынешнем чемпионате команды встречались 4 раза, а статистика пока на стороне Гомеля – 3 победы «Рысей». Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе стартовала сегодня в Гомеле. На первенство собрались сильнейшие спортсмены со всей страны. Среди участников призер первенства Европы этого года среди школьников Антон Березун. Спортсмен представляет Минскую область. Всего более 200 борцов отстаивают честь своих спортшкол. Самое большое представительство у хозяев. Я сам специально посчитал участников, выставившихся сейчас на соревнованиях. 77 спортсменов участвуют в Гомельской области на этих соревнованиях. И следующая команда, грубо говоря, это Гродненская область, у которой 32 спортсмена участвуют. Этот турнир – один из этапов отбора на первенство Европы и мира среди кадетов, которое состоится в 2019 году. Успешное выступление – заявка на попадание в национальную команду. Но про это пока говорить рано. Сейчас все мысли только о спартакиаде. Кстати, гомельские борцы намерены бороться за пьедестал. Звешор номер один «Динамо» выиграла у нас Гомельскую область. Мы выставили свою команду. Я надеюсь, что мы и сейчас, и на республике должны достойно выступить. Я надеюсь, что ближе к троечке мы будем. Победители республиканской спартакиады ДЮСШ станут известны завтра. Сегодня в Гомеле прошел областной финал республиканских детских соревнований по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе А старшей возрастной группы. За единственную путевку в финал боролись 3 коллектива юношей. Это финалисты Гомельского городского отборочного этапа команды Советского и Центрального районов Гомеля, а также хоккеисты из Жлобинского района. Кстати, жлобинчане хорошо подготовились к областному финалу. Перед поездкой в Гомель они провели своеобразный сбор с ежедневными тренировками. И настрой у ребят самый боевой. Настроены, боевое настроение. Будем побеждать, стараться. Подготовка дала плоды. Команда Жлобинского района, одержав 2 победы, завоевала путевку на республиканский финал «Золотой шайбы», который пройдет в Минске со 2 по 8 января. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».